Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала Daily Europe Online. У меня в гостях Константин Танч Боровой, известный общественный деятель, политик, предприниматель. Здравствуйте, Константин Танч. Здравствуйте, Михаил. Друзья, не забудьте подписаться на YouTube-канал Константина Танча, подпишитесь на мой YouTube-канал, этим вы служите очень хорошую службу и очень хорошую поддержку, так сказать, нашей деятельности. Ну что ж, Константин Танч, помимо нашей деятельности, есть деятельность еще демократической партии, которая активно готовится к президентским выборам. И то, что, скажем так, наблюдаю сейчас я, наблюдает ряд других, ну, ведущих, журналистов, экспертов, не знаю, это, ну, практически работа как под копирку, как по то, что в Украине было при Кучме принято называть темниками, где Трампа называют исчадием ада, злом, фашистом, ну, кем хочешь. То есть фактически пропаганда демократической партии в какой-то степени оправилась после месяца такого нокаута, в котором она находилась после неудачных дебатов Байдена с Трампом. Как вы на это смотрите? Вы знаете, просто мне кажется, что Камала Харрис, она взяла на вооружение, ну, вот эту старую традиционную установку. Она, в общем, сформулировала ее следующим образом. Она обвинитель, ее эксперты так говорят. Она прокурор, а Трамп обвиняемый. Вот на этом построена ее кампания, избирательная конкуренция. Она уже настаивает на назначении дебатов. Трамп предложил подождать, пока ее номинируют в качестве представителя демократической партии на выборах. Ну и такая, да, кампания, что Трамп цыпленок, несколько демотиваторов уже появилось, что он боится спорить с Камалой Харрис. Она поживее, конечно, Байдена, вот, но она попроще, она обладает такой женской харизмой, такой чуть скандальной. Вот, но в качестве эксперта ее пока никто не рассматривает. Она не очень сильный эксперт в международных делах, во внутренних делах. И оказалось, тут проведены были замеры социологические, оказалось, что ее основные темы, которые она продвигает, ну, они не очень популярны. Самая главная тема, которую 26% избирателей считают главной, это экономика. В этой области Камала Харрис, конечно, не самый сильный конкурент Трампа, а она проигрывает всего 1%. Вот Трампу. Но также было и перед выборами Байдена, перед дебатами с Байденом, на которых он провалился там на 5-6 пунктов. Вот она продвигает, ну, довольно старую такую потрепанную повестку демократической партии. Похоже, с ней выиграть невозможно. Вот. Тем более, что, понимаете, один пункт, 1% в рейтинге, это на самом деле 90% вероятность проигрыша. Потому что, как вы знаете, голосует не большинство, а большинство представителей штатов. Выборщики, вот. Коллегия выборщиков. Угу. Да, коллегия здесь, значит, определяют все колеблющиеся штаты, а в колеблющихся штатах Трамп выигрывает. И выигрывает очень надежно. Ну да, в 2016 году, например, Хиллари Клинтон по общему голосованию победила в выборах, но поскольку в действительно Соединенных Штатах Америки голосуют выборщики, как раз Дональд Трамп обошел Клинтон, причем достаточно разительно, именно по голосованию коллегии выборщиков. Константин Танч, как вы считаете, насколько, скажем так, Трамп правильно делает, когда он фактически дезавуирует заявление того же Джонсона, которого Порошенко назвал Джексоном, и ряда других, скажем так, деятелей республиканской партии, которые призвали Байдена подать в отставку? Ну, то есть формально Байден может оставаться до января президентом. То есть
скажем, история с его отставкой написана вилами по воде. Но, скажем, республиканцы все равно этого требовали. И тут Трамп вышел и сказал, что нет, Байден должен быть до конца срока. Вот что выгоднее, на ваш взгляд, Трампу? Чтобы Байден досидел до января, так, либо все-таки, чтобы Харрис уже стал исполняющим обязанности президента, и Трамп ее критиковал как исполняющий обязанности президента? Нет, ну никакой отставки не предполагается. Это вы что-то напутали. Отстранение Байдена от участия в выборах, то есть замена кандидата на выборах... Не-не-не-не-не, речь идет об отставке, ничего не напутал. Речь идет как раз именно об отставке Байдена, поскольку он отказался участвовать в выборах. Теперь вы меня послушаете? Да, да. Значит, никакой отставки не предполагается. Отставки, такой процедуры нету. Ну, то есть, может быть, добровольная отставка, смерть президента, импичмент, но отставки никакой нет. Байден отказался от участия в выборах. Точка. Причем совершенно не очевидно, что съезд Демократической партии, который скоро уже пройдет, он поддержит это решение. С другой стороны, очевидно, что на Байдена оказывалось очень сильное давление для того, чтобы он принял это решение. И на съезде это решение может поменяться. Байден может вернуться в гонку. Тем более, что республиканцы и вот Майк Джонсон настаивают на том, что это незаконное действие, смена кандидата, потому что 14 миллионов американцев приняли участие в выдвижении Байдена в качестве кандидата от Демократической партии, и фактически Демократическая партия приняла решение вопреки решению избирателей. Вот это сейчас дебатируется, на этом основано зарегистрированное заявление, связанное с импичментом Кэмэлы Харрис, которая, с одной стороны, скрывала от общества болезнь Байдена, с другой стороны, ну вот, серьезно, так сказать, нарушила процедуру и согласилась принять роль, так сказать, кандидата от Демократической партии не на основании решения избирателей, а на основании таких внутренних консультации, что тоже с точки зрения республиканцев является нарушением закона. Константин Танч, сегодня Майк Помпео, известный политик, республиканец, в прошлом госсекретарь Соединенных Штатов Америки, он изложил некий свой, так сказать, план, который может лечь на стол Дональду Трампу и, собственно, может быть принят Дональдом Трампом. И он, скажем, имеет ряд важных положений, которые направлены, собственно, на снижение экономической мощи России, ее способности, собственно, вести эту войну. А Трамп в интервью Fox News еще раз заявил о том, что если бы, скажем, продолжали его политику по поддержанию низких цен на нефть, Путин никогда бы не решился напасть на Украину. Ну, скажем, это серьезный фактор был, наверное, для Путина, по крайней мере, по мнению Трампа, высокие цены на нефть. Так вот, среди прочего, предполагается $500 миллиардов передать, скажем, Украине в рамках программы Ленд-лиз, то есть помощи Украине по Ленд-лизу на $500 миллиардов. То есть той программы, которая так и не была, по сути, значит, хотя была проголосована. Верите ли вы в то, что для Украины могут принять вот программу Ленд-лиз на $500, то есть тем самым, создать Украине потенциал военный, способный действительно победить Россию? Нет. Решение, которое предлагает республиканская партия, связано с сокращением расходов на войну, с остановкой этой войны. И Трамп, его вице-президент Венс, они являются сторонниками прекращения финансирования этой войны. Считается, что в длительной перспективе ослабить Россию возможно либерализации экономики Соединенных Штатов,
снижением цен на энергоносители, ну, разными способами, введением реально действующих санкций против России, не тех, которые формально действуют и на самом деле легко обходятся России. Вот. Путь решения такой. Тем более, что Украина, к сожалению, руководство Украины было на стороне тех, кто, ну, сражался с Украиной, демократической администрации, очевидно, нанося ущерб самой Украине. Вот, и последние данные о том, что самолеты F-16 вот-вот поступят в распоряжение Украины, и какие-то экспертные заключения о том, что они могут быть уничтожены прямо в аэропортах, на взлетных полосах, ну, говорит о том, что вся эта история еще протянется, понимаете, достаточно длительное время. Войну надо заканчивать, Михаил. И я хотел бы, чтобы Украина победила в этой войне и провела парад на Красной площади. И в этом случае история с чекистами, которые захватили власть в России, была бы закончена. Вот. Но для этого необходимо было, чтобы сама Украина ориентировалась на эту систему ценностей, а не на то, о чем говорил Зеленский, не на проблемы глобального потепления, там, ну и так далее. Вот. И это была ошибка, серьезная политическая ошибка, и за нее сегодня Украина, ну, расплачивается. Я думаю, что следующий президент будет мудрее Зеленского. А, Константин Иванович, вот Помпео, он по-прежнему, скажем так, продолжает линию на вступление Украины в НАТО. То есть, если мы говорим про Европейский Союз, то тут, ну, очевидно, что Украина вступит в Европейский Союз. По крайней мере, есть конкретный трек и конкретные процедуры, в рамках которых сейчас Украина адаптирует свое законодательство к законодательству Европейского Союза, то есть проходит то, что проходила когда-то Польша, страны Балтии и прочее. Что касается НАТО, ну, это как бег на месте, откровенно говоря. А если это так, зачем, на ваш взгляд, об этом говорит такой опытный политик, как Помпео, и может ли быть, скажем так, решение про членство в НАТО пересмотрено Соединенными Штатами Америки в пользу Украины, и действительно Украине дадут зеленый свет наступлением в НАТО? Михаил, сегодня у власти в Соединенных Штатах находится демократическая администрация, которая концептуально против усиления Украины, против вступления ее в НАТО, которая против победы Украины. По своим соображениям у нас есть формальное объяснение этому, что если Украина будет побеждать, то это вызовет нестабильность, там, и так далее. В ядерной России это враг Украины, демократическая администрация. 5 ноября формально произойдет смена руководства в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты – это лидер западного мира. И изменится, естественно, политика по отношению к Украине, изменится позиция Украины, ее возможности. Вот. И то, что руководство Украины поддерживало эту демократическую администрацию в США, нанося ущерб себе же. Понимаете, это, ну, вот ошибка была. Эта ошибка будет исправлена не руководством Украины, а американскими избирателями. Ситуация качественно изменится после прихода к власти республиканцев. Качественно изменится. Это будет новая ситуация. Все будет по-другому. И позиция Украины по отношению к НАТО, к Европейскому Союзу тоже изменится. Изменится очень существенно сам Европейский Союз. Очень существенно изменится само НАТО. Изменится международная обстановка. Вот эти закидоны, которые мы наблюдаем со стороны Организации Объединенных Наций против там демократических государств, против Израиля, вот, это тоже прекратится. Очень может быть, Организация Объединенных Наций изменит локацию в такой Организации Объединенных Наций. Очень заинтересован Путин. Я думаю, что это первое, что он предложит этим людоедским режимам, которые сегодня рулят в ООН,
переехать в Москву. Они с удовольствием переедут, пока у Путина будут деньги, он будет это, так сказать, содержать, поддерживать. Все изменится. Мы находимся перед моментом, когда направление развития мира изменится. Рассуждать сегодня в категориях вот этих прошлых, там, вступления Украины в НАТО. Украина давно в НАТО, союзники Украины – это члены НАТО. То, что лидер этой организации, Соединенные Штаты, борется с Украиной, ну так это изменится очень скоро. Константин Антонович, почему, на ваш взгляд, вице-президент Камала Харрис не присутствовал на выступлении Нетаньяху в Сенате? Приезд Нетаньяху, выступление его в Сенате – это действие, которое не было поддержано демократической администрацией, не было поддержано президентом Байденом. Прилет, что являлось нарушением, так сказать, общепринятого протокола, прилет Нетаньяху, его встречали конгрессмены. Госдепартамент формально даже не прислал своего представителя, не говоря о том, что там Байден не присутствовал и Камала Харрис не присутствовали. Они выразили свое несогласие с тем, что Нетаньяху собирался и выступил в Конгрессе. Он начал говорить, премьер-министр Израиля, с американским народом напрямую, с его представителями, не через президента. Это в некотором смысле пощечина Байдену, что там говорить, но это заслуженная пощечина, потому что Байден, демократическая администрация, не просто не поддерживает Израиль, а поддерживает противника Израиля, там с Ирана сняты санкции, демократическая администрация очень заботится о финансировании палестинцев, о финансировании террористов вообще. Хуситы, которые наносят удары по, в том числе там, в Красном море, по, в том числе по судам Соединенных Штатов, по посольству в Израиле, посольству Соединенных Штатов. Ну, никакого противостояния этого не осуществляется. Понимаете, тут все почти так же, как с Украиной. А почему? Ведь Израиль все-таки это такой стратегический союзник, который не вчера стал стратегическим, и еврейское лобби очень сильное в Вашингтоне. Почему? Почему, скажем, ну, мы видим разницу между уровнем поддержки штатами Израиля в каденцию Трампа и уровнем поддержки штатов Израиля в каденцию президента Байдена? Михаил, ну это риторический вопрос. А почему основные спонсоры демократической администрации, фактически сама демократическая партия, поддерживала вот эти антисемитские протесты в кампусах? Почему она поддерживала вот эти выступления прекращения огня в Израиле, сисфайр, глобальные во всем мире? Вот. Такова политика демократической администрации, демократической партии. Ой, извините. Все. Я подключаю новое программное обеспечение, оно теперь мне помогает. Все на компьютере и телефон. Вот эта политика, они любят, демократическая партия любит авторитарные режимы. И мы видим на это на двух примерах, между прочим, сравнивать позицию по отношению к Израилю и к Украине очень полезно для того, чтобы понимать, что такое демократы, что такое социалисты или социал-демократы у власти в Соединенных Штатах. Это очень серьезный ущерб экономике, политической системе. Это ущерб демократии во всем мире. То, чем заниматься будет следующие, я надеюсь, 12 лет, республиканская администрация будет восстанавливать тот ущерб, который нанесен миру демократической администрации и демократами.
вот они поддерживали Иран, они поддерживали террористов, они находились с ними в договорных отношениях. 12 это поддерживали. 12... Они поддерживали Путина. Это первое действие, просто первое действие в день инаугурации президента Байдена, отмена вторичных санкций по поводу «Северного потока-2». Понимаете? То есть вот эти санкции против России, они обходятся. Обходить санкции вторичные, направленные против компаний, помогавших Путину строить «Северный поток-2», невозможно. И никто в этом не заинтересован. Американские, европейские компании, которые получили сообщение, что вводятся санкции против строительства «Северного потока-2», немедленно прекратили участие в этом проекте, немедленно, в этом проекте. И Байден отменил эти санкции, то есть начал помогать Путину открыто. Я так понимаю, вы под 12 годами подразумеваете один срок Трампа и два срока Венса. Я не думаю, что... я все время забываю проверить. По-моему, в Соединенных Штатах возрастное нижнее ограничение для президента 35 лет. Вот это значит, что... Так Венсу 39. А, да. Тогда я имею в виду именно это, да. Константин Танч, спасибо вам большое за это интервью. Константин Танч Боровой, известный общественный деятель, политик, предприниматель, был сегодня с нами. Спасибо большое, Константин Танч, и до новых встреч. Спасибо.